Привет, товарищи! Привет, подписчики! Привет любителям железа! Сергею из Краснодара привет, моему подписчику! Значит, благодаря Сергею из Краснодара, он помог организовать это все, можно сказать, организовал. И у меня появилась благодаря нему расточная головка на станок. Значит, пришла посылка с города Нижнего Новгорода. Вот. Город Нижний Новгород. Это мне. Значит, пришла посылка от Терехова Физара Николаевича. Надеюсь, правильно прочитал, то мало ли что еще увидит. Вот если вдруг неправильно, что извиняюсь. Вот. Ну, это мой адрес. Если кому интересно, напишите в комментариях. Значит, прислали мне головку микрометрическую. Такая вот головка микрометрическую, значит, прислали мне. С Директа Лот. Значит, головка на 40, кажется, до 40 диаметра. Головка микрометрическая под КМ4. Вот, ну, сейчас я камеру в руки возьму, буду показывать. Так, значит, головка расточная микрометрическая. Значит, цена деления у нее 0,01. Вот. Вот под резцы. Вот под круглые резцы. Ну, головка так отличное состояние, вообще хорошая. Ну, маленький косячок есть. Вот, но это не критично, я думаю. Вот. И была найдена металломе бурштанга. Вот такая вот. Под СО-30. Вот. Ну, она мне пока никуда не подходит. Ну, думаю, это ненадолго. Вот. Штанга в исправном состоянии. Единственное, что нету вот этого вот части, этой как зажимного устройства. Оно было, но оно испортилось. И была наварена труба здесь. Вот. Вот так вот. Для чего, я так и не понял. Может, конус тут, чтобы заходил как-то. Я и трубу эту на 1К62 убрал. Вот, ну, очистил конус. Конечно, юбки уже нету, которая юбка здесь должна быть. В общем, все, что у меня есть с этого разряда. Вот. Значит, работы сегодня никакой не будет. Будем ставить головку, значит, во фрезерный станок. Я уже убрал цанговый патрон. Вот, цанговый патрончик стоял. Тут разбогател на цанговые патроны. Резко и неожиданно. Вот такой вот цанговый патрончик у меня есть. На КМ4 тоже вот. Ну, тоже темненький, но конус классный. Вот, и к нему тут, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь цангов было к нему. Вот, этот в металлоломе нашел. За этот патроновчик вы видели цанговый. А этот прислали по почте тоже. Вот. Значит, сейчас мы будем ее устанавливать. И отремонтировал я патрон. Отремонтировал патрон, теперь... Все сателлиты вращаются отлично, зажимает теперь, легко крутится все. Я его смазал. Причиной был сателлит. Отломился в сателлите направляющая. Вот, значит, теперь все прекрасно. Надо кулачки будет только еще найти. Вот, ну что, сейчас, значит, ставим головку на фрезерный. Посмотрим, как она будет себя там вести. Сколько у нас останется расстояние от тисков до режущей части резца и от стола до режущей части резца. Ну, станочек у меня маленький, фрезерок такой вот, но думаю, поможет эта голова. В общем, думаю, что получится все. Так, ну все, поехали. Так, сейчас камеру поставлю, значит. О!
Все, стоит, стоит. Все стоит. Значит. Значит, что у нас значит? Четко упал. Значит, первое. Первое. Тряпочки убираем. Пока что. Вот он, сателлит, который клинил патрон, за которого не мог затянуть и зажать по-нормальному. Вот обломило его. Вот так вот. Точно такой же нашел в металломе. Ржавенький, страшненький, почистил, поставил, работает. Так, это показал. Ну что у нас с головкой, значит? Вот головка, значит, вот станок. Значит, резьба, она все подходит. Да, ёлки-палки. О, ну вот так подходит головка. То есть тиски снять, что-то можно на прижимы взять. То есть место еще позволяет. Вот это максимально опущен стол. Так. Ну, то есть так берем в руки. Вот, то есть, ну позволяет еще тут. Нормально. Фрезер там маленький. Так, значит, отпускаем тормоза. Вот. И смещать можно. Я думаю, конечно, ни для кого не ново, как расточная головка работает. У меня на первое и пока одна. Ну вот. Вот максимально смещение. Так. Оборотики снизим. Ага. Ты смотри. Потихонечку можно что-то растачивать. В общем, такое коротенькое видео сегодня. Такое коротенькое видео про посылку, про расточную головку. То есть, думаю, она мне помогать будет, работать будет. В общем, вот такая вот теперь у меня есть голова. Вот. Ну, можно обратно ее сместить. Если кому не затруднит, из подписчиков, может кто знает, может кто и так народ заглянет. Что за модель этой головки? Что это за модель? Потому что я не знаю модели этой головы. Вот. Так вот, вроде ноль. Вот. Почти ноль. Все.
Все, значит, раздобуду резцы. А, тут еще вот можно убрать этот самый. Туда. Пинольку. Вот, раздобуду резцы. Раздобуду еще центроискатель, надо раздобыть. В общем, такое видео сегодня. Что у меня нового еще в мастерской? Вроде ничего. А, новое, бардак на столе. Уберешь, ну на час. Вот. Перебрал, сказал, да, патрон на 1К62 теперь вращается. Легко. Кулачки надо будет еще расточить. Я даже покажу. У него заклинивали сателлит. А теперь любой сателлит. Блин. Любой сателлит одной рукой. Хочешь этот? Хочешь этот? Хочешь этот? В общем, теперь заклинивания нету. Теперь патрон зажимает как надо. Блин, руку разодрал. Вот, так что была проблема в сателлите. Ну, думаю, кулачки я раздобуду. Вот, так что пока что так. Ну все, товарищи. Всем до свидания. Ставьте лайки. Поменьше дизлайков. Смотрите, следите, будет еще видео, появится работа. Ну, работа, я говорил, она не прекращается. Просто решил отдохнуть, потому что я считаю, что не спал. В общем, все, товарищи, до свидания. Смотрите, ждите новых видео.